Ришикеше 6 утра. Я что-то проснулся пораньше. Пойду, скажу. Попаду на какую-нибудь яги утреннюю. Сейчас пройти. Ришикеш в тумане. Сейчас по тому мосту переберусь на другую сторону. И в ашрам. Добрался до ашрама Шивананды. Шивананда, кстати, был врачом. Он основал Ришикеше клинику, а за моей спиной ашрам. Да, Шивананды там, может быть, даже проходит службы. Мне нравится это место само по себе. Само по себе очень сильное место в Ришикеше. Незаметно прошло 2 часа, на улице утро. Я получил просад, как матрица. Какую таблетку ты выбираешь, синюю или красную? Я выбрал банан, я заслужил. Все, лакс на меня снизойдет. Теперь надо пойти найти ребят, перекусить нормально. За последние 4 суток, да, я спал, наверное, 5 часов. В Ришикеше и не требуется, как я понял. Классно здесь. А там, за моей спиной, квартиры, где жил Шивананда. Вот это просто место силы. Любого пробивает. Сашка вчера сходил на медитацию. Ох, надо у него спросить, как он себя после нее сегодня чувствует. Мы сидим на этом месте, а Женек вот так наполовину из тела вылез. И такая там, голубая такая, зеленая история, он такой, я прям Женек. И в этот момент просыпаюсь, смотрю, блядь, вот тут меня заснул, тут я заснул. А Женек такой и сидит и улетает в этот момент. Да. Ганга, гата, энергия. Рекомендую. Приезжайте, погуляйте.
не будете дураками. А, кстати, знаете, кто такой дурак? Санскритского дурвасана, плохая судьба, дурак. Тот, который не верит вообще ни во что. Дурак. Я вернулся домой. Смотрю, что ребят делают. Может, даже уже проснулись. Сходим, перекусим. Здесь мы живем. Так. Только проснулся. Я думал, ты меня ждал. Со спины зашел. Давай, мойся. Пойдем сейчас завтракать. И в храм. Да, ребят, есть желание куда пойти? Ну, в любое кафе поесть. Кофе, сладкое. Ну, пойдемте, а то в прошлый раз я вас куда-то отвел. В никуда. Здесь кофе делают, но мне в Индии кофе не требуется. А вы можете это зайти, заказать. Что такое Organic Store? Что они там продают? Органичные вещи, наверное. Я могу. Так, куда мы отправляемся? Хутнах. Темпл Ришикеш. Ну, пойдем. Я не могу так произнести. Такое, напомню. Это будет не очень... Мне кажется, все скажут, что мы неадекватны. Я не сначала начал записывать. Ну, я не буду повторять это снова. Так что с тобой происходит? Ну, что-то происходит, что если мы будем записывать все, мне кажется, что твои подписчики решат, что мы здесь вообще неадекватны. И долбим постоянно что-то непонятное. Мы же нормальные туристы. Осторожно. Нормальные туристы сейчас намотают на дороге. Так, ну нам совсем немного осталось. Подъем и красивый вид. Че, пойдемте? Хочешь завязать? Да. И наверху завяжем. А что, там тоже? Ну, конечно, мы туда идем-то, в общем. Так, нам надо вон по той лестнице подняться. Вперед. Вон туда. Здесь разувайся, Саша. Сейчас мы передохнем чуток. И дальше в путь. Вот этот фон. Еще лучше будет. Глоточек жизненной влаги. Святой источник. Слушай, ты эту штуку-то бы снял. Он смотрит и вспоминает. Рита. Продолжаем подъем, да? Hello. Продолжаем подъем. Здесь даже прям
Сыкливо. Оу. Видел, блин, там король обезьян? Хануман? О, Хануман, да. За стекло, наверное, не видали, да? Раз теплее, чем у нас в номерах. Даже вот тут, когда ветер. Но, во-первых, вот вода далеко. Пошли. Тебе вот колор пишет. Садись в центр. Алевтина, фадер, Александр, сестер, Наталья, брадер, вайф, Ксения. А, Ксения? Чирган, да, Чирган, Евгений, Александр. Вайф? Yes. Ну что, благословенные. Все, теперь вам паспорта на лоб поставили. Да. Можете в следующий храм идти. Ну ты так не наживай, это сандал 108. Ну что, нас благословили. Теперь мы можем... Все. Надеюсь. Наверное. Возможно. Возвращаемся обратно. По дороге сходим в новую кафешечку. Максиму вчера очень понравилось. Бусы. Цацки. Максим, скажите, пожалуйста, как вам тут без мяса? Пока живой. Ничего, держимся. А спина прошла у вас? Побаливает. Все-таки побаливает. Мы, как в фильме ужасов, разделились. Я поел, меня куда-то ведет, лечу, иду ищу друзей. Потом, наверное, опять на медитацию к Шивананде. У нас вечер, и мы другим составом идем к Шивананде. Так, вот за моей спиной вход к Шивананде. Переобуваемся, заходим.